снимаешь? Да просто так. Для меня батл Вавилон, Помпеи, брат, зови как хочешь, только ты в мытищах не поймешь, о чем я, блин, завидуй молча, визави, сто полчищ, я золот, не знаю, слышал, из могилы точно с моим зомби вылезают, и они хотят очень ожить, уже в подземелье точат ножи, кульминация близко, вы будете биты, ваша пакет, тут это точка G. Буду биться до последней капли крови и добиться твоей смерти, так легко ведь, я убийца без принципов, у тебя явно не светит успех на батле, хоуми. А, чуваки, хочу всех пригласить на второй сезон Хаус Батла, чтобы ты его выиграл прямо так же, как я выиграл первый сезон. Респект. Я приглашаю всех участвовать на второй сезон Хаус Батла для того, чтобы надрать друг другу зад. Очень, между прочим, хороший повод. Йоу, всем привет. Меня зовут Миша Каспер. Я являюсь победителем первого сезона Хаус Батла. Это видео подтверждение тому, что я получил призы за первое место. Во-первых, это денежный приз. 500 рублей дал он. Я уже вложил их в свою крошку. Я заправился на эти 500 рублей. На эти грязные 500 рублей. Я налил мне столько бензина. Сколько мог налить на 500 рублей. Во-вторых, это биты, минусы, мелодии. Тёма мне уже записал их на флешку. Так что всё заебись. Может быть, продам их, может быть, сам запишусь под них. Но это уже как настроение будет, как дела пойдут. В-третьих, это замечательная, я бы сказал, футболка. Ее такую футболку в 90-х носили нацисты, эсэсовцы с черепами. Полюбуйтесь, пожалуйста. Вот такие черепа с банданами и с кепками. Ну и, собственно говоря, сзади логотип студии My House Records. Неоспоримо просто. Лучшая студия в Орле, лучший лейбл, лучшая концертная организация, лучший проект 2014-2013 года. Ну, в общем, это мой лейбл, понимаешь? Текно. Ну вот, в принципе, и все. Также хочу вам сказать, что 4 марта стартанул второй сезон Хаус Батла. Будут другие призы. Призы будут, наверное, получше, кому что больше нравится. Бабок больше будет за первое место. Ну, я буду судить первый отборочный раунд. Такие дела. Чуваки! Я забыл кое-что. Видите эту крошку? Я ее купил в ноябре 2013 года. Это просто ласточка, а не машина. Это просто... 2003 года. Салон. Охуенный салон. Панелька торпеда, блядь. Вот это нахуй транс. Валю боком только так на нем. Движок 1,5 литра. Ну, я не знаю, что еще сказать. Так, это ручник. Ручник. Вот так, дед. Хочешь еще? Вот так вот. Что еще интересует? Всем привет. Бля, если бы я участвовал, я бы всех съебал.